Добрый вечер, дорогие друзья. Слышно меня по пятибалльной системе? Отлично. 416 человек. 1/5. 416, 418. Ну, 500 будет. 500, будем говорить, человек, которым и обещал Зиновий стать долларовыми миллионерами. Вот видите, как бывает. 500 придет, 500 долларовых миллионеров будет. Ладно, спасибо, больше не ставьте пятерочки. Значит, ребят, все возьмите листочки, ручки. У нас сегодня будет, ну, такое серьезное занятие, встреча. Оно внеплановое. То есть у меня было по плану сегодня только в первом потоке научить делать странички. Это мы в следующий раз сделаем, да, в субботу. А вот первый же, можно сказать, второй день после саммита, ну, нам надо поговорить, в общем-то, о более глобальных вещах. Сегодня я вас, конечно же, обрадую. Обрадую многими позициями. Я думаю, после сегодняшней встречи те, кто не был на саммите, тоже испытают, ну, хотя бы не такой же, ну, там, меньший подъем. Я вот вижу здесь много фамилий, которые были на саммите. Поставьте в цифрах по стабальной системе, как вам саммит? Кто был? Вот, видите, по стабальной системе миллион. Я тоже проехал много уже семинаров, в общем-то, в своей жизни за 20 лет. Это лучшее, что я встречал в своей жизни. Это было лучшее. Но я не для этого сегодня здесь, в общем-то. Потому что те, кто, ну, скажем, не был на саммите, никогда вы не узнаете того, что узнали мы. Просто сейчас думайте уже о том, сколько человек вы с собой привезете в Турцию. Ну, об этом будет более подробная встреча. Это будет весной, восьмидневный, там полдня учебы, полдня все включено, загорайте, катайтесь. Но об этом будет позже. Это следующей весной, ровно через год. А сегодня давайте уже начинать работать. Первое, что я хочу спросить, среди 470 человек – есть ли люди, которые не зарегистрированы в Альт-клубе? Поставьте минус, кто не зарегистрирован. И ну, остальные ничего не ставьте. Есть или нет? Вижу, что есть несколько человек. Но я думаю, вам надо срочно брать у своего спонсора ссылочку реферальную и бегом в Альт-клуб. Потому что Альт-клуб – это мощная часть нашей стратегии. Сегодня об этом я много буду говорить. И там есть возможность получать тоже партнеров, клиентов практически на автомате. И первое, с чего мы начнем, это с того, как установить свою реферальную ссылку. Поставьте теперь, я вижу, что есть ребята, которые с минусами, но они зарегистрируются сегодня. А теперь для тех, кто уже в Альт-клубе, поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто еще не внес свою реферальную ссылку в профиль. И десятки, кто внес. Так, я вижу, что есть десяток много, но и очень много пятерок. Сейчас первое, что мы сделаем, мы исправим с вами это. И себе записать всем, кто еще не поставил. Первое, что вы сегодня должны сделать, это занести свою реферальную ссылку InWeb в свой профиль Альт-клуба. Для тех, кто не в Альт-клубе, сначала зарегистрируйтесь, а потом ссылку будете ставить. Итак. Заходите вы в профиль, то есть заходите в Альт-клуб, да,
И там вот сбоку профиль или сверху есть слово «профиль». Нажимаете и попадаете вот на такую страничку. Ребята, ссылка на альт-клуб у вашего спонсора. Больше не спрашивайте об этом. Спонсоры InWeb. Итак, когда вы попадете в профиль, сразу несколько слов об этом скажу. Поставьте свою фотографию классную, чтобы люди видели. Женщины свою самую лучшую фотографию там найдите. Мужчины тоже аккуратненькую в галстуке или какая у вас там самая лучшая. Поставьте. Люди, которые будут регистрироваться, они будут в первую очередь смотреть ваш профиль и так далее. Надо, чтобы здесь было хорошо. Полностью заполните фамилию, мобильный, скайп, чтобы с вами могли связаться. Понимаете? Фотография делается, вот там есть слово «загрузить», на нее нажмете, загрузите фотографию и «сохранить», «сохраните». Внизу ссылочки там в системе Pair, это чтобы вы мгновенно выводили деньги. Когда нажмете «стать VIP-клиентом», там есть ролики, есть техподдержка, есть спонсор, они все помогут. Наша с вами сегодняшняя задача – это поставить реферальную ссылку InWeb. Значит, под фотографией, как вы видите, есть реферальная ссылка альт-клуба, я ее сейчас подчеркнул, а ниже ваша реферальная ссылка в InWeb. Регистрация клиентов в онлайн-магазин. Именно в онлайн-магазин, чтобы не пугать человека. Он пришел в соцсети, он делает уроки там какие-то по открыткам, по страничкам. Ему зачем там сложная регистрация? Ему надо дать ссылочку именно в магазин. Там все равно привязана к вам ваша ссылка. Смотрите, после того, я немножко сплющил тут все это дело и расширил, чтобы было лучше. Вот сюда вставляете ссылочку. Сейчас я покажу, где вы ее возьмете. Ну, а здесь все заполняете, как я и сказал, и ставите фотографию. Это важно. И где брать ссылку? Заходите в InWeb, в панель партнеры, регистрация в компанию, и вот видите, регистрация клиентов онлайн-магазин. Вот она. Выделенная ссылка синим. Ее копируете, несете туда в профиль, вставляете и нажимаете «сохранить». Это понятно или нет, ребят? Прошу вас, поставьте плюсики, что всем понятно, что это нужно сделать сегодня, вообще не обсуждается. Если вы это не сделаете, то ваши люди, которые придут в альт-клуб, будут регистрироваться под вашего спонсора. Он-то поставил ссылку, а вы нет. Если вы поставили, то все нижестоящие уже под вас будут регистрироваться. Здесь очень все четко у нас продумано. Так, эту тему мы закончили. Потому что в дальнейшем я вам сегодня буду говорить стратегию, и там альт-клуб просто будет ключевым звеном. Поэтому обязательно. Ребята, ссылка не будет в профиле активная, она будет активная для ваших нижестоящих. Не надо ничего пробовать. Ваша задача поставить и нажать «сохранить». Хорошо, Нина? Больше ничего не надо. Поверьте, у ваших нижестоящих там все будет в порядке. Дальше. Новое. Держитесь за стулья, потому что, ребят, то, что сегодня мы вам объявляем, вчера говорил Зиновий, но уже некоторые изменения, мы с ним сегодня работали на эту тему. Вот то, что сегодня вводится в маркетинг, дает возможность всем вам к следующему саммиту, ну, приехать с самой худшей платиной. Это если ничего не делать. Региональных мы за год тут 7 сделали, да? 2 международных. Я думаю, вот с этой вот позиции это будет в десяток раз больше за год. Я вас предупреждаю, рост будет идти около 2-3 лет. Хороший рост. А потом будет стабилизация, и мы перейдем именно на клиентонаправленность. Вам повезло, вы попали в этот рост,
И сейчас надо это вот, этот момент, держать эту птицу за хвост. Вот крепко ж, не отпускать. Смотрите, позиция джуниор. Завтра, кстати, все вторым пунктом, пометьте себе, пригласить всех на презентацию Эдуарда. Завтра будет уже старт для многих не за 229, а за $33. Я сейчас все подробно вам расскажу. Мы дадим презентацию, будет там, как всегда, про партнерку, про подписчика, все такое. Наши успехи, там все Эдуард сделает. Даст чеки, даст все, даст стоимость. 229, 399, 599. Кто хочет, они поставят 15. Но потом Эдуард скажет, что, дорогие друзья, после каждой презентации к нам приходит 15-20 партнеров. За месяц 200, иногда больше. Но тысячи людей не могут, но очень хотят. И компания пошла вам навстречу, скажет Эдуард. И мы даем вам возможность зайти в бизнес и зайти на обучение за $33. То есть человек купит себе компьютер на Азбуку и любой продукт. Я думаю, он возьмет пока InPages, да, вот этот вот. А потом сюда еще добавится InBlock, об этом я чуть позже вам скажу. В любом случае, в следующий месяц он платит только $8. Понимаете, ребят? И человек, вот в других командах нет, человек этот еще получает месячный курс обучения по системе Altinweb. Отдельный курс по заработку вот на этой позиции. У нас заведующая Виктория Кезина, она уже его подготовила, с 1 июня он начнет. Наша задача до 1 июня сделать несколько тысяч джуниоров. Но вам кажется 33 там как-то немного. Вы сейчас увидите, какие фантастические деньги вы будете зарабатывать. Все по порядочку. Ну как вы пока, поставьте плюсики, нравится вам вот это вот нововведение. Легче ли будет приглашать? Я думаю, вообще только стоячего или лежачего, или мертвого можно будет не пригласить. Остальные все придут. Потому что наше обучение будет двигаться, альтовское. Ну, чтобы надо, чтобы хорошо все было, вам надо азбуку взять и заходите. Понимаете, ребят, это вообще. Итак, но джуниор это такая штука. Это такая штука, которая, ну, в общем-то, дает не очень много возможностей, но уже дает возможность зарабатывать, и причем неплохие деньги, но несравнимые с НБП, с независимым бизнес-партнером. Джуниор, конечно, имеет право сохранять в своей команде всех кандидатов, партнеров, розничных клиентов, джуниоров. А вот NBP джуниор у себя удержать не сможет. Ему надо, если под ним появится NBP, тоже стать NBP. Мы это будем использовать, и я вам порисую потом возможности. Джуниор получает 15% от проданных им продуктов или инструментов. Ну нормально, мы с вами 25, он 15. Но тоже, по крайней мере, за 33 мы будем учить его это продвигать. А мы от его продаж будем остаток получать, тоже хорошо. Джуниор продает $30 от продажи коучинга. Смотрите, какая хитрость. Он продает Яндексом на ты за 229, получает 30. Мы получаем 20. И говорим, если ты не станешь за месяц НБП, этот НБП перейдет ко мне. Он говорит, да я что же, я, конечно, тоже стану НБП, я для чего его приглашал. А если над этим джуниором еще 5 джуниоров, мы им всем по очереди говорим, ребят, вы можете потерять уже 2, 3, 5 НБП. Вы чувствуете, ребят, ну вообще логику, да? Или пока на слух трудно? Если чувствуете, десяточку поставьте. Ну, то есть возможность уже как бы с человеком разговаривать на языке бизнеса. Потому что мы все взрослые люди. Джуниор, вот, самое то, что
дает возможность джуниору зарабатывать бешеные деньги. Бешеные деньги. Понимаете, раньше у нас розничный клиент зарабатывал только с первой линии. А сейчас джуниор будет зарабатывать аж с 8 уровней. Джуниор, смотрите, получает $5 с каждой личной продажи. Ну, он пригласил джуниора, да? Он получает с 8 линий только за приглашение джуниоров, а ничего другого. Пригласил джуниора, $5 ему. Пригласил еще одного, еще 5. Если его джуниор пригласил, то значит уже со 2 по 8 $1. Вот мне написали, как у вас все просто. А у вас не просто все? Не знаю. Мне кажется, здесь действительно все очень просто. Такого не было. Значит, со 2 по 8 поколение джуниор, ну то есть со 2 по 8 по $1. И чтобы ребята не слетели с джуниора, им надо лишь каждый месяц оплачивать $8 пакет, ну там InPages или там InBlock или InVideo, все, что они выберут. Вот это понятно. А вы, как NBP, с каждой этой оплаты будете по маркетинг-плану получать деньги. Ну, об этом чуть позже. И вот видите, что здесь джуниор не может сохранить бизнес-партнеров, если бизнес-партнеров не может сохранить, если он не бизнес-партнер. И это, как я вам сказал, будет его мотивировать очень сильно. Вот по джуниору, я думаю, все понятно. Но сейчас с деньгами я по джуниору вам более подробно расскажу. Но, в принципе, очень хорошо. Сейчас мы убрали маркетингового партнера вообще. Он как бы перестал существовать. Оставили джуниоры. Вот смотрите, я вам сейчас приведу пример. Ребят, когда компания InVeb только начинала, это было 2011 год. Первые 3 месяца вход в InVeb был $49. Не 33, а 49. У них тогда еще не было инструментов путем, у них была только идея. И вот на $49 они за несколько месяцев пригласили более 1000 НБП. Значит, смотрите, что я вам продолжаю. Смотрите. Итак, за несколько месяцев при более сложном входе в InVeb зашло более 1000 партнеров. Представляете? А вот здесь вот для вас представлена схема 4 на 4, 8, на глубину 8. Даже если джуниор не переходит на НБП, он остается джуниором навеки вечные и приглашает по 4 человека. Вот он за все время приглашает 4. То если продублицировать, это, конечно, сложно, но теоретически, да, на 8 глубину, и то бешеные деньги. Бешеные деньги. Потому что 4 джуниоров пригласить, любой из вас сможет там уж не за всю жизнь, а там, мне кажется, за неделю-две. Там. Давайте я пока чат убрал. Итак, с этим понятно, ребят? Если делать 4 на 4, это понятно, да? Всем? И это реально сделать. Реально, потому что мы с вами знаем, что мы приглашаем и на $600, уж на $30, то это очень реально. А если вы сделаете 5 на 5, разница получается, ну то есть с $85 000 до $500 000. Это действительно гениальное решение, но оно гениальное не в смысле заработка. Ни один человек джуниором не останется, правда же, когда у него начнет расти команда. Любой из джуниоров в это время уже будет элитным партнером. Но теоретически, посмотрите, как все это выглядит. Давайте еще вот. Ну, про
рычаг, я тоже учитель, не будем говорить, что увеличив всего на одного человека, можно получить результат там в разы, в 6-7 раз больше, да? Я просто прохожусь по возможностям. 6 на 6 вы можете выстроить теоретически 2 миллиона долларов, 7 на 7 – 7 миллионов долларов. Понимаете, ребят? Это только джуниор. И это мы покажем. Может быть, даже это покажет завтра людям Эдуард. Это очень мощно. Очень мощно. Я думаю, многие захотят зайти даже завтра уже. Потому что завтра будет возможность записаться предварительно. Но на самом деле нам нужен джуниор только для того, чтобы как можно быстрее у вас росла команда. Росла команда бизнес-партнеров. Джуниоры не идут в зачет. Они не идут в зачет вам серебра, золота, платины и так далее. Вы это должны понять. И ваша задача привести джуниора, чтобы он попал на обучение, чтобы он прочувствовал, что здесь у нас дружная команда, что здесь дается обучение, что здесь достаточно просто. И стал бизнес-партнером. Это понятно? Поставьте плюсики, ребят. То есть цель очень простая. Мы делаем как бы маленькую ступенечку перед более высокой ступенькой входа. Ладно. Вот так вот выглядит теперь весь маркетинг-план. Сначала джуниор, но поверьте, с презентации будет много приходить и НБП, и премиум, и элита. Вот. А джуниор получит одномесячное обучение. То есть не наше трехмесячное мощное, а здесь попроще обучение, в конце которого мы тоже ему скажем, что для того, чтобы больше зарабатывать, лучше строить и так далее, вам надо стать партнером и пройти трехмесячное обучение. Таким образом, здесь все понятно. Итак, теперь еще я хочу вам поговорить, ну, рассказать, что такое маркетинговый партнер. Он теперь будет кандидатом в партнеры, то есть маркетинговых партнеров раньше были ссылки. Они активировали партнерку, могли приглашать. Сейчас этого не будет. Не будет. Он может попробовать продукты. Там будет InTouch бесплатный. Что там у нас? InVideo бесплатно, открытки, да? Может быть, комнату несколько мест сделают бесплатно. Вот это может для кандидатов. Как только он купит хоть одну из... один продукт, он становится розничным клиентом, и он может приглашать людей. То есть он может продавать, у него появляются ссылки, но деньги он не может вывести из кабинета. Он может потратить их на оплату своего, ну, как бы инструментария. Может купить что-то в Инвебе, а может купить один раз за 33 доллара стартап, ой, господи, стартап, компьютерную вот эту азбуку, даже не за 33, а 25, потому что он и так уже клиент. За 25. И совершенно спокойно заказывать карты, получать деньги, все такое. Это понятно или нет? 15 ставим. То есть теперь нет понятия маркетингового партнера. Есть человек, который может попробовать. У вас будут только клиенты. Только клиенты и партнеры. Каждый человек у вас будет приносить деньги. И это радует. И это радует. Джуниор выводит, Оля, деньги, конечно. Он может заказать также карту и все как полагается. А теперь я хочу с вами поговорить о деньгах. О тех деньгах, чтобы вам было понятно, где он, ну, 29 у меня где-то под джуниором было написано, 29 разве? Ну, в общем, 33, ребят. Я думаю, вы это уже поняли, услышали. Вот смотрите. Итак, появляется новый джуниор. Над ним джуниор один получает 5 долларов и еще 7 человек по 1 доллару. Сейчас я и про проценты, Галина, расскажу. Вот это понятно? То есть здесь компания выплачивает 12 долларов. Вот 12 долларов.
только этим джуниорам выплачивают. Но посмотрите, что. Ведь у нас кроме джуниоров есть NBP. Так вот, смотрите, если здесь NBP, то с джуниоров они получают те же самые деньги, что и джуниор. Также 5-1-1-1. Но джуниор на следующий месяц не получит ни копейки. Правильно? Вообще ни копейки. Ему надо будет новых джуниоров приглашать, чтобы выстроить то, что я вам показывал. А NBP и в первый месяц получат деньги, я вам покажу сейчас какие, кроме вот этих вот долларов. Там же будет оплата 25 и 8. И 8 долларов за первый месяц тоже оплата. И уже партнеры получают вот с этого деньги. Это понятно или нет? Плюс-минус. Вот колоссальная разница, которая заставит джуниоров переходить сюда. Они выстраивают команду, но на следующий месяц-то они не получают этого. По-моему, любой здравомыслящий человек скажет, да я же зачем их приглашал-то? Ведь ему только стать NBP, и его вся команда приносит ему пассивный доход ежемесячно. Вот в чем разница основная. Здесь нет ежемесячной выплаты, здесь есть. Здесь структура сохраняется, здесь можно потерять. Но прийти на джуниор, на обучение и начать зарабатывать может любой, даже студент. Даже 18-летний ребенок, у которого еще нет денег. Даже пенсионер, у которого сейчас напряги, там пенсия и все такое. Вот что здорово придумано с этой позиции. Дальше. Теперь лидеры. Еще 5 долларов распределяется, ребят, для уже серебряных, золотых, платиновых, региональных и международных. Вот кроме, смотрите, тех денег, которые распределили, я вам сейчас показал, еще серебряный плюс 1 доллар, золото плюс 2, платина плюс 3, региональный плюс 4, международный плюс 5. Ну понятно, что если под международным региональным, то останется только 1 доллар. Я не буду углубляться в это. Но до 5 долларов получает, до 4, до 3 и так далее. Это тоже понятно или нет? Надо вам покрасивее это нарисовать, да? Давайте посмотрим вообще на деньги. На деньги. Смотрите. Итак, вы партнеры. Это не для джуниоров таблички я сделал. Это только для NBP. И причем для лидерских позиций. То есть серебром стать сейчас может легко. Каждый с этим джуниором вообще. Ну что такое 8 человек? Это легко. И посмотрите, как только вы стали серебром, и в первой линии у вас появился джуниор, вы представьте только, вы получаете с каждого 7 долларов. Вот не напрягаясь, вот, я не знаю, мы, наверное, соревнования устроим, но вот от 50 до 100 джуниоров в месяц приводить можно. Вот не напрягаясь, потому что слишком легко это все. Умножьте, посчитайте, даже вот здесь сколько денег получается. Даже в личку, если вы только одних джуниоров будете приглашать. Если вы золотой, кстати, объясняю вот эти цифры. То есть 5 долларов это с джуниора. Это вот, помните, я лестницу вам нарисовал, да? Ну там, серебряный, золотой и так далее. Вот это вот 25% с первой линии, которые мы получаем, ну, розницу, помните? А вот это вот 7% лидерских, если вы внимательно изучали маркетинг-план. Вот и все. И у вас 7,28. Но у вас есть еще другие деньги, которые идут не с джуниоров и так далее, и так далее. Но эти деньги, они не лишние. Золотой уже получает 2 доллара здесь, да? И здесь уже у него 7 плюс 7, 0,56, это 25%. И у него уже вот такая сумма, вот такая и вот такая. Представляете? Пригласил человека за 33 доллара,
и получил там, ну, от 7 до 12 там, долларов в свой кошелек. А кого легче пригласить, ребят, джуниора или НБП? Как по-вашему? Все-таки сейчас для вас. Сейчас вы кого хотите можете пойти и пригласить вот сюда. Даже по технике напиши список. Даже по технике обзвони друзей. Вот даже по той самой технике, от которой мы убежали в интернет. Вот это можно. А вот выплаты в глубине, дорогие друзья. Не в первой линии. У вас же есть еще глубина там. Невероятно там до восьмой, да? И вот оказывается, если у вас есть глубина, то минимум, что вы получаете, это вот эту сумму. 2,60. Но можете получать и 7,70 с глубины. Это если под вами нет серебра, только НБП. Вы сами понимаете, тут есть разница. Если под международным региональный, то он будет получать 2,60 со всей глубины. И так далее. До серебра можно подняться за одну неделю. Это 8 человек. Поработайте. Мы этому обучаем. Вот с этими цифрами стало жить веселее. Поставьте 100, и мы поедем дальше. Потому что вторая часть тоже очень объемная. Я думаю, есть теперь, ну просто хочется рвать и метать. Пошли дальше. Вот еще небольшое нововведение в маркетинг-план. А что делать с маркетинговыми партнерами? Да, мы им напишем, что если они хотят зарабатывать, пускай джуниорами становятся. Если они хотят приглашать кого-то и продавать, пускай розничными становятся. А если никуда не хотят, то они сейчас вам никакой пользы не приносят, Ир, то и потом не будет никакой приносить. Забудьте про них. Мы будем с ними работать, сейчас легче их позвать. Вот смотрите, два международных есть, да? Вот здесь международный с одной звездой, это я, потому что Валера находится в моей линии, да? То есть, а Валера пока просто международный. Это понятно. Так вот, первое, мы оба получаем автомобильный бонус. У Валера 500, а у меня 600, потому что у меня звезда. Это, я думаю, понятно. Но вот дальше... Только кто уже приходит к звездному международному, а поверьте, за этот год у нас появится очень много звездных международных, и вы должны это знать, это должно вас греть невероятно, то вы получать будете еще кое-что. И это кое-что будет выливаться в сотни тысяч долларов. Смотрите, от Валериной команды я буду получать 2% от товарооборота. Это пассив, правда? Вы понимаете, вы сетевики, вы знаете, что такое 2% от его оборота. Эти денежки будут накапливаться, там, пускай 3 тысячи, 4 тысячи в месяц, там, 50 тысяч в год, или там, 30 тысяч в год, они накапливаются. Можно на них куда-то ездить, будут компании покупать билеты там, на саммиты, там, в Турцию, куда хотите. Но если все 50 тысяч остаются, там, или 30 тысяч, или 100 тысяч, остаются по истечении года, то они просто перечисляются на счет. Как вам? Я говорю, у нас будет очень много международных. Увидите. Увидите, дорогие друзья. Вот вам... Первое еще и очень важно, сетевики меня... Кто из сетевик меня понял, поставьте 100 опять. Потому что мы все понимаем, что такое пассив. Этого не было. Этого не было. И последнее, это то, что меня просто на небеса на саммите подняло. Раньше было положение, что международный директор получает не менее 5% от прибыли. Помните, от прибыли. А если компания растет, а если она принимает программистов, а если она вводит новые сервисы и так далее, и так далее, и так далее, то прибыль в конце года может оказаться там 10 тысяч долларов. Вы меня понимаете, что такое прибыль?
Это разница между доходами и расходами. И 5% отсюда получается $500. И меня это как-то волновало. Конечно, такого бы не было. Вот. Но тут компания сказала просто-напросто. Оборот. Годовой товарооборот. Это и зарплаты. Это все наши оплаты за инструменты. Это все движение денег, которое произошло за год. И вот даже сейчас на где-то компания, когда растет, я думаю, около 5 миллионов уже есть товарооборот, так? Но к концу года это будет, может быть, 50 миллионов товарооборот. Считать умеете, да? 1% от 50 миллионов, кто может посчитать? Это $500 000. Понимаете, ребят? Есть за что бороться. Эти 500 тысяч будут делиться между всеми международными звездами. Понимаете? И вот это, наверное, даже еще круче, чем джуниор. Хотя джуниор, это вот оно сейчас, и завтра вы увидите первые результаты, уже завтра. Но вот это вот очень мотивирует, и я думаю, ради этого каждый из вас сейчас приложит все силы. Дальше теперь пошли. Как я сказал, для джуниор с июня месяца будет ежемесячный курс по заработку. Мы сделаем, мы научим его, их зарабатывать, приглашая джуниоров, мы научим их зарабатывать, приглашая там в альт-клуб ВИПов и так далее. У нас уже есть хорошее, ну, в общем-то, расписание у Виктории Кезнеза, вы знаете, она мастер по Яндекс.Директу. И вот, в общем-то, с июня. То есть и нам есть на что звать джуниоров. И для вас всех. Вот сейчас запишите это третье задание, которое я вам сегодня... Вы написали уже парочку, да? Ссылочку там сделать и так далее. Так вот, третье задание. Если кто-то из вас еще не VIP, ну-ка поставьте мне, пожалуйста, 15, если вы не VIP-член альт-клуба. Поставьте. Так вот, вам задание, ребят, $60, которые вы заплатите за год... Причем 35 из них вернутся к вам в виде вознаграждения, да? Дадут вам возможность прорваться к успеху очень быстро. Поэтому третье задание – найдите возможность стать ВИПами. Найдите. У нас в Альт-Академии 3 года был шикарнейший курс благоводства. Я вам рассказываю историю. Мы знаем в совершенстве и оптимизации, и перелинковки, и семантические ядра, и все вот эти плагины, ну, в общем, все у нас это было. Но когда мы в мае месяце, ну, соединились с инструментами InWeb, там не было такого, как InBlock, там не было WordPress. И наше благоводство в Альте закрылось. Ребята сказали, ну, мы на WordPress, а там нету. И как вы знаете, сейчас появился InBlock. InBlock. И благоводство будет вести Ирина Смирнова. Как вам? Кто ее знает? Поставьте свое отношение. Она уже каждый день работает с Романом. Роман это по InBlock, там программист. Она говорит ему, какие плагины. Она ему говорит, что нужно сделать. И курс готов. И для ВИПов это бесплатно. То есть вы заходите и учитесь. Вот видите, ребят, кто не знает, это наши ставят, что такое Ирина Смирнова, это легенда. Она, конечно, сильно знает. Ну, вот, в общем, третье задание, если ясно, в общем, то делайте это, не задумываясь. У вас заканчивается вот этот поток 3-месячный. Кто-то из вас пойдет, может быть, повторить, да? Может, кто-то пропускал, может, кто-то что-то делал. Но большинство из вас, я сам пойду на это благоводство. Мне хочется сделать под ее руководством на InBlock InWeb мощнейшую вещь.
А потом для всех ВИПов, внимание, друзья, мы сделаем, вот нам давал Виктор, да? Он давал обзор SEO-оптимизации, и он там показал такие методы раскрутки, как строчная реклама, тизерная реклама, там баннерная реклама, много-много-много. И вот каждый этот курс будет в Alt-клубе. Только не так быстренько, а сделаем мы их, ну, такие качественные, чтобы вы могли свой блог поднять вообще, да или любые страницы тоже куда угодно. Представляете? Вот это тоже, и это тоже для ВИПов будет. Учитесь, внедряйте. Короче, ребята, Алена Комарова еще на саммите решила продвинуть свой блог с помощью строчной вот этой рекламы. Вы не знаете еще многие, что это такое, но об этом будет отдельный разговор. И вот сегодня она мне лично показала, что у нее зарегистрировалось со строчной рекламы 17 человек, не заплатив ничего практически. Чувствуете? Вот такое вот вам еще одна новость. Второе задание не помню, Ир. Просмотрите запись. Я вам сказал, тут делайте. Зарегистрироваться, я говорил, в Alt-клубе, что-то еще. В общем, стать ВИПом, внести ссылку свою реферальную, инвебовскую, вторая, по-моему, была задание. Вот это вам уже новости. Но это еще не все. Это еще не все, что я вам хотел сказать. Вот, кстати, краткий курс. Причем, значит, могут прийти даже посторонние с интернета, если ВИПом станут. А это значит, вы можете их пригласить и получить себе этих джуниоров. Заходи, покупай азбуку, бери сразу себе инблок и строй себе блог. Понимаете? Вы просто будете приглашать. Потому что блогинг, домен, покупка, тематика, шаблон, доверие. Ну, читайте. Это Ирина все делала, и она знает, что делать. И Ирина Смирнова. Естественно, мы будем еще делать консультации. Один месяц, два месяца благоводства, месяц консультации вы будете ходить и задавать вопросы и все остальное. Я думаю, вы очень рады этому. Ну а теперь я хочу с вами поговорить еще на одну серьезную тему. Не устали или устали? Ну-ка, напишите мне. Потому что у нас материал еще. Ладно, те, кто был на саммите, а кого не было-то, я хочу кое-что из того, что я рассказывал на сцене, передать вам. Все, вижу, что не устали, что у вас всего 2 часа ночи, Антонина, вижу. Ну ничего. Поехали. Итак, я постараюсь не так долго, но вы должны слушать внимательно. Представьте, это относится к тем, кто недавно пришел, ребят, кто недавно пришел к нам в команду, кто еще совсем нулевой, да? Я вам рассказываю быстро про себя. Конец февраля 2010 года пришел в интернет абсолютный ноль. Его звали Вадим Комаров. Он мог нажимать одним пальчиком включать компьютер и включать 1С бухгалтерию, потому что мне надо было смотреть таблички. У меня был бизнес все-таки, понимаете? Все. И в это же время Вадим Комаров встретил еще одного такого же нуля, Эдуарда Лера. Абсолютно нули. Где-то там чуть позже появился еще один ноль. Жуков, Нелепа. Ну, так вот, это все пошло потом, вы узнаете как. Что я сделал? Март, апрель, май, 3 месяца сам, без всяких школ, альтов и так далее, рыл в интернете, изучал компьютер. Блог создал, первые страницы, смарт-респондер, скриншоты, Camtasia, PowerPoint, JotForm, Nano. Все то, что вам дается вот на блюдечке. А все то, по поводу чего вы кричите, не получается, плохо работает служба поддержки. Вот это нам не давали, мы просто искали,
Искали, искали, искали, делали, рыли. И за 3 месяца я стал приличным пользователем компьютера. Но параллельно я знал точно, что самое главное в интернете – это реклама. И я 2 месяца подряд изучал Яндекс.Директ. Я изучал его. Я вложил туда больше $1000 в рекламу, рекламу, в рекламу. И я добился 300 кликов в день. Понимаете? Это очень много. Причем я добился на ресурс, который был некрасивый, и который не дал мне ни одной продажи, меня там обманули. Это не важно. Я научился. Вот так я стартовал. 3 первых месяца. Кто-то узнает себя? Или кто-то на себя наложил вот такую ситуацию? Это намного труднее, чем сейчас у вас. Поверьте. Поверьте. Но это воспитывает характер. Май. Ребят, у меня на бумаге вырисовалась система приглашений продаж. Я нарисовал кружочки, как надо сделать подписную, как там надо пригласить, разрекламировать, как сделать блог, как позвонить, как анкету. Все у меня на бумаге. Ни одного видео, потому что я только закончил азбуку, и ни одного письма в смарт-респондере. Но я делаю подписную страницу, там 60 партнеров за месяц, там все такое, и запускаю в интернет. Яндекс-то у меня, слава богу, уже. Я его знаю. И у меня пошли подписчики. И первый я там давал скоробей. И у меня пришли первые партнеры на первое же письмо. А я еще сам, вот, как вы боитесь иногда. Ой, я еще не знаю, что сказать. Я уже знал скоробей. И я как раз первое письмо заснял первое видео. И потом я в течение лета сделал 12 этих писем. Я делал, заряжал. И у меня получилась хорошая подписная серия, такая вот система приглашений и продаж. И у меня появились ученики. Правда же? Появились ученики вокруг меня. Объединились. Я уже как бы себя чувствовал прилично. Хотя на самом деле тогда я еще был совсем-совсем слабый. Но я уже ходил такой, знаете, гордый. То есть здесь что я создал себе уже? Где-то вот это, да? Записывайте себе, думайте об этом, думайте. Где-то здесь я уже создал. И бренд мой, вот именно эта система приглашений и продаж. Вот, панически боюсь комп, потому что не получается. Я 3 раза хотел его выкинуть в окошко, когда начинал. Сдержался. Так что не бойтесь, все получится. И в декабре уже вот Эдуард, там Андрей Жуков, Нелипан, мы открыли онлайн-академию Альт на базе моей системы приглашений и продаж. И цель была научить сетевиков любых компаний приглашать и продавать. И пришло у нас тогда сначала в декабре человек 30 к нам. В январе уже 100 было, к весне там что-то 300 и так далее. И мы довели до 1500 человек академии. Куча потом. Мы несколько лет, ну, в общем-то, совершенствовали. У нас шикарно, вы сами видите, ученики стали преподавателями и так далее, и так далее. Некоторые, а вот Оля пишет, 24 человека нас было тогда. Некоторые ребята думают, что мы за этот год стали вот буквально за 11 месяцев международными, региональными. Да ничего подобного. На самом деле все началось там. Тогда уже в 2011 году я узнал Инвеб. Но мы не были готовы к Инвебу, Инвеб не был готов к Альту. Вообще. И только вот в 2013 году мы перешли на инструментарий Инвеб. Только в 2013 году, когда мы наработали очень много опыта, много курсов, мы можем вас всех обучить, а Инвеб, вы сами видели, как поднялся, у него тоже были провалы, там сервера горели и все такое, они тоже готовы, и мы соединились, и вот теперь все началось. 1 декабря
Я считаю, вот когда стартанул Альт-клуб, это началась новая эпоха. Альт-клуб на самом деле был задуман еще в июле. Уже тогда я думал, что если мы не сделаем, я сейчас чат пока у вас, ребят, отключу, чтобы вы не отвлекались. Значит, если бы мы в июле не задумали Альт-клуб, то через несколько лет мы бы напоминали, ну, скажем, какую-то из компаний TalkFusion, iVove, там еще какие-то были компании на инструментарии, да? Ну, я не помню точно. Я знаю, что все компании такого плана начинают звать на инструменты, на заработать. Идет быстрый рост около года, а потом быстрый спад, потому что это надоедает, уже плюются и все такое. Так вот, Альт-клуб задуман для того, чтобы мы могли звать на многие различные тематики. Вот для чего я вас сегодня собрал. Сегодня стратегия будет, ладно, включу, сейчас почищу чат. Стратегия будет 1000 ручейков. И вы должны ее понять. Я этот бренд про свой рассказывал, для того, чтобы вы каждый представил, что любой из вас может найти себя так же. Главное иметь немножко... Смотрите, главное видеть себя через год. Увидьте себя. Почувствуйте, что вы там уже. Региональный, международный, все есть. Почувствуйте, и от вас пойдет аура, за вами пойдут люди. Потому что они идут за уверенными людьми. Если вы сейчас, кто-то мне писал, не получается, никогда не получится, за вами никогда и не пойдут люди. Вот я нарисовал тогда систему приглашений и продаж на бумаге, и я уже увидел результат. Я увидел вас всех. Пробуйте, ребят. Это работает. Вон, видите уже? В команде в нашей 2108, но это 3 мая, сегодня уже больше. 2120 или 130 уже, наверное. Не знаю, не смотрел. Итак, успех заключается в следующем. Вы получаете, да, 3 месяца вот этого обучения общего для всех, общей рассылки. Это называется навыки. Набить руку, почувствовать Яндекс, почувствовать SEO-скрипт, почувствовать еще кучу всего. Но основной успех лежит вот здесь, в этом слове. И для этого вам создан Альт-клуб. Придем скоро к нему. Дальше мы учим вас автоматизации. И учим, и вы сами уже будете определять в зависимости от вашего бренда, кому это подавать. И непрерывный трафик. Вот и весь успех. Вот из этого складывается. Вот посмотрите наши результаты. Кто не знает, внимательно смотрите. Это наша команда Альт. Ребят, обратите внимание. 2 международных, 7 региональных, 23 платины, 74 золота, 152 серебра. Вы представляете? А если это умножить на 10, ну-ка быстренько, представьте. Потому что то, что я вам сегодня представлю, ну, показал, это даст рост. Мы конкретно сидели с Сорокиным, Зиновьевым минимум в 10 раз всех структур. Вы только представьте. Увидьте себя победителями. $500 миллионеров в ближайшие несколько лет. Это точно. Как добиться таких результатов? И вот сейчас, внимание. Не обсуждается знать идеально, ну, быть уверенным пользователем, понимание, что идет зачем, то есть как подписная страничка, откуда берутся партнеры, клиенты. Это и есть система наша Alt-Inweb 3 месяца. Это не обсуждается, вы должны знать это четко. Получить первых подписчиков, там 2-3-4 тысячи. Вы должны здесь, как вот я вам рассказывал, первые 3 месяца, компьютер хотел выкинуть. Но если вы не будете уверенным пользователем, у вас ничего не получится, ребят. Понимаете меня? Плюсики поставьте. Ничего не получится.
Хотя да, вы можете здесь заработать и $1000, и 2000, если позовете свой круг окружения. Но стабильного успеха вы добьетесь только, когда вы будете уверенным пользователем. И для этого мы дали вам вот эту систему, придумали Alt-Invest, которая хоть как приведет вас к результату. Но можете потом, а можете уже сейчас выбирать свою тему. И изучайте ее. Каким образом? Выбрали вы, допустим, бегун, контекстная реклама, да? Набрали материалы, набрали бегуны из интернета, каждый день ищите. Начали изучать, сделали там рекламную кампанию. Получили первых подписчиков результат. И из всего этого наработанного создайте свою рассылку, свою серию писем. Вы не успеете заметить, даже оглянуться, 3 месяца, и за вами идут люди. Я вам не зря сейчас это все рассказываю. Найдите другую тематику, видеомаркетинг, баннерный маркетинг, тизерный, Google AdWords, да боже ж мой, полный интернет тем. И вы бренд, и за вами идут люди. Понятно, ребят, десяточки поставьте. Вот я еще на этом остановлюсь подробно. Но без этого вы не станете большими лидерами. Вы придете тогда к платине, там даже на системе Alt-Invest, но не больше. Сразу ищите себе. Мы поможем, спонсор поможет. Тематик моря. Вот этих людей вы знаете или нет? Кто знает, поставьте 50. Региональный. 20 человек до регионального. Таня Андреев. Я думаю, в этом месяце уже скоро станем. Чем они отличаются? Они все бренд. Надежда ведет уроки, да ведет такие уроки, я не смогу делать такие уроки, работает с людьми, это бренд. Я не знаю, кто лучше ее сейчас делает, странички и открытки. Валера бренд, у нее свои электронные продукты и так далее. Я, надеюсь, тоже бренд. За мной у меня академия, за мной команда, за мной система и так далее. Эдуард Лер, легенда. Все его знают, бренд. Наталья Тавадова, наверное, лучшая по email-маркетингу. У нее лучшая база, лучшая работа. Бренд. Аленка Комарова, тут не обсуждается. Кто-то раньше говорил, папа ей помогает. Напишите, она сама сделала или я ей помог? Кстати, вы ее все знаете. Она меня превосходит уже по многим позициям. Она бренд, она MLM-директор, она гипнотические тексты, бренд. Гульнара Парамонова, своя школа, MLM-тренировка, по-моему, называется, бренд. Любовь Долгая, она пришла недавно из Рейлсофта с командой, команда за ней пошла. О чем это говорит? Значит, она бренд. Люди идут только за лидерами. Татьяна Андреева. Своя школа 3D. Своя система. Она и в Альте у нас. Но она еще сама делает бренд. Вы поняли меня? Но я здесь далеко не всех указал. Я могу еще 50 вам сюда фотографий. Вывод сделали? Кто пишет? 4-й. Самый такой вот главный, найти тему, посоветоваться со спонсором, может быть, вдвоем, втроем начинать разрабатывать тему. Это работает очень просто. Я вам много-много раз показывал. Выбрать тему, стать экспертом. И вот здесь важно, я немножко вот на это с вами остановлюсь. Помните, я сказал, перенеситесь туда в период успеха и почувствуйте, что вы там. И за вами люди пойдут. Здесь я написал, есть у вас темы, там, видеомаркетинг, бегун или там что-то другое, да?
Каждый день думайте, как эта тема может помочь в интернете людям. Не как их заманить в инвеб, а как они могут развить свой бизнес, сделать это с помощью вашей темы. И у вас через некоторое время возникнет такое ощущение вокруг вас, что вы просто необходимы людям. И они будут идти за вами, потому что эта уверенность передается на тысячи километров. Она по телефону, по скайпу, как угодно, в письме она передается. Вот когда вы вот ищете вот, тему, всегда немножко вот так вот мечтайте, фантазируйте, думайте об этом. Не знаю, настоящие сетевики меня поняли. Наверное, некоторые думают, боже мой, что он несет, да? Какие-то там увидите себя. Но кто меня понял, тот, наверное, сегодня тоже спать не будет. Потому что это ваша победа. А теперь стратегия тысячи ручейков. Итак, альт-клуб. Альт-клуб. Уже в мае, я надеюсь, задание дано программистам. В альт-клубе будет возможность групп. Каждый из вас может создать группу. Группа там, маркетинга, группу там, фотошопа, группу еще что-то, группу еще что-то. В этой группе, туда вы можете приглашать весь интернет. Туда вы можете размещать свои уроки, свои там, это ваша жизнь. В этой группе вы можете сделать закрытую группу для своих партнеров и так далее. Вы каждый на базе альт-клуба сможете стать брендом. Вы можете создать со своим спонсором, выбрать одну тему – видеомаркетинг. Вы можете каждый потом взять, один возьмет рисованное видео, другой – YouTube, третий – Vimeo, Camtasia, Яндекс.Видео, Photoshop, что-то такое, понимаете? Вы каждый можете там создавать свои группы. Альт-клуб сидит на инструментах, я вам сегодня показал. Каждый человек, который придет учиться в альт-клуб, он зайдет и купит себе или InPage, или InBlock, или что-то другое. Вы в любом случае победите. Но на базе альт-клуба, что бы ни произошло с InWeb'ом, что бы ни произошло, вы станете брендом, и вокруг вас будут люди. Вот это вы должны понять. Возьмите соцсети с вашей веткой. Один или пять человек там ВКонтакте, другой Facebook, Одноклассники, Twitter. Кто-то развивает благоводство, кто-то веб-дизайн, кто-то Photoshop, кто-то тизерный. Вот контекстную возьмите. Google AdWords, Яндекс Директ, Бегун, ребят, кто-то спросил. Это то же самое, что Директ, Google, это Бегун. Она немножко на третьем месте находится. Тизерный, вирусный маркетинг, сотейный маркетинг. И я даже одной миллионной части не перечислил. И все эти темы, господа, очень нужны людям. Очень востребованы. И каждый из вас может объединять вокруг себя людей. Например, возьмем Одегову. Все же ее знают. Одегова равно соцсети. Несколько лет назад она была слабее вас. Она выбрала тему соцсети. Закончила курсы там администраторов и начала работать в этом направлении. Сейчас, когда кто-то говорит о Дегово, мы представляем просто мощнейшего человека по соцсетям. Я прав же, да? Возьмите Татаркина. Вообще, совсем несколько лет назад не разбирался ни в чем. Сегодня это самый лучший, наверное, ну, один из лучших специалистов по директу. У него свои школы, у него там по директу свои там целые команды, он делает людям там за деньги, помогает продвигаться. Я думаю, вы меня услышали. Вот для чего вам надо стать VIP-членами альт-клуба. Во-первых, каждый из ваших людей будет вам приносить деньги в альт-клубе по трехуровневой партнерке. Во-вторых, они будут в ваших группах. Это ваш бренд. Они все будут, ну сейчас мы дойдем и дальше. Потому что я вас сегодня еще помучаю. Вот оно, я про это рассказал. Да? В ближайший месяц это будет. Я вас еще помучаю маленько. Эти слайды три я вам показываю всегда.
как спонсировать, да, вот в Инвеб? Объединяете в группах вокруг себя, учите вашей теме в бренд, и они становятся либо вашими партнерами, это уже точно, либо ваши клиенты. Понимаете? Они либо ваши просто розничные клиенты, ну, которым надо инблок и все, либо они купят азбуку и станут юниорами. Вот что такое альт-клуб. Ну, а теперь вот эта стратегия, кто сможет, сфотографируйте ее себе, повесьте ее на стенку. Повесьте. Стратегия рекрутинга. Гузель, сегодня нельзя, а завтра можно. Я вам объявлю. Они сегодняшнюю ночь работают, ну, над этим. Там будет у нас в кабинете предрегистрация такая штука. Ну, объявлю. Давайте не отвлекаться. Вот это вот нам с вами надо разобрать. Вот это вот, вот этот слайд. Итак, у нас с вами стратегия рекрутинга заключается, ну, как бы делится теперь на две части. С помощью техники тысячи ручейков вы зовете людей в альт-клуб на бесплатной основе, в свои группы, в свои вот эти группы, которые вы организуете, или просто пока можете в MLM-институт, уверенный пользователь, веб-дизайн, на Благовоз, куда хотите, зовите. Пока у вас нет уже своих групп. В альт-клуб. В альт-клубе люди попадают на презентацию, ну, где мы рассказываем о доходах, о перспективах альт-клуба, и они становятся VIP-клиентами, VIP-членами. А после этого, прошу вас, приглашайте их или в Skype 2 против 1 со спонсорами вышестоящими, или на альт-презентацию. И у вас гарантированно будет либо клиент, который вам будет приносить деньги, я вам показал, либо NBP. Это первый ручей. Отсюда пойдет людей побольше. Побольше. Потому что с помощью тысячи ручейков можно пригласить больше людей. Но мы ни в коем случае не оставляем приглашение на заработок, на открытки, на сайты. Это же приводит к нам людей. Мы приводим на презентацию Alt-InWeb или на бесплатное обучение. Оттуда у вас появляются либо юниоры, либо NBP. Мы обучаем их на базе, на нашей базе Alt-клуба, потому что скоро будет и ваше обучение там в Alt-клубе трехмесячное, и месячное джуниоров будет там же. Так, ребят, не отвлекайтесь. Мешать начинаете. Вот. Они учатся у вас, вот эти ваши партнеры, и они хоть как у вас зайдут в альт-клуб, понимаете? А потом, ну, большая часть станет випами. Вот это стратегия. Сейчас я вам скажу, что вот пока у нас работало только вот это первое, ну, вот это, и то посмотрите, каких мы результатов с вами добились, да? Сейчас вы можете для себя выбрать. Это ваш выбор. Я, конечно, буду звать и сюда, и сюда. У меня будет работать, молотить оба направления. И у большинства лидеров они будут звать и сюда, и сюда. Но если вы еще как бы, ну, вам трудно, да, выберите для себя. Либо сюда продолжайте. Либо перестраивайтесь вот сюда. В любом случае у вас на выходе будет юниор или NBP. А деньги вы начнете зарабатывать уже здесь вот. Вот здесь. С VIP-ов. Либо вы просто делаете по системе Alt-InWeb, только вот по нашим этим рассылочкам сюда на презентацию. Все равно получите, если будете делать это методично, NBP и так далее. И потом в альт-клуб и так далее. Вам понятно? В Alt-InWeb нас сейчас конкретных партнеров 2130. Это совсем мало. Я думаю, через год будет, ну, 1030, наверное.
А может быть больше. Мы с вами растем-то, о-о-о, как, с какой скоростью. Но вот если вы разберетесь в том, что я вам сегодня рассказал, вот и ради этого я, собственно, и отменил занятие. Нам надо разложить все по полочкам. И мне очень жаль людей, которые не пришли сегодня. Потому что даже если они вам включат запись, они ее не досмотрят до конца. У нас с вами уже второй час мы. Понимаете, ребят? А вы досидели. И у вас все лежит уже в голове. Вы потом сможете взять запись, и до нужного момента вы уже примерно будете ориентироваться, где искать, что и почем. Да? Да. Вот это вот для вас очень важно. Ну и теперь, не знаю, не хотел я вам это уже показывать, но покажу, потому что раз есть слайды, вернее, я хотел, но время уже, мы 1:15. Еще сидим минут 15-20 или не сидим? Ну-ка, по пятибалльной системе посидите, потому что то, что я вам сейчас покажу, это тоже важно. Это стратегия, которая позволила нам достичь тех результатов и международных, и региональных, и так далее. Тогда дальше пишем на своих листочках. Первое – это как стать серебром. Ну, понятно, приглашаем джуниоров, приглашаем просто. Я вам показал, как приглашать уже в команду. Сейчас. Но для начала вы выстраиваете все 8 человек в линию, в ряд. Вам надо запомнить это. Потому что вам надо найти 3 звезды, которые будут... Ну, это легко. Это те люди, которые более активны, чаще вам задают вопросы. Не те, кто больше вложил денег там, на элит, там, да, а которые реально увидели, как я сказал, победу. И они понимают, что все зависит только от них. Кто, у кого-то интернета всегда нет, у кого-то кошка рожает, у кого-то что-то. Но найти 3 человек вы обязаны. Ищите. Первые 2 недели каждый день контакт с новичками. У нас, конечно, приходит много людей. И то мы стараемся отвечать на все-все-все вопросы, когда к нам обращаются. У вас, если приходит там 3-4 человека в месяц, да можно просто с ними вообще не расставаться. 2 недели вы приучаете их к ритму жизни. Вы показываете им, что вы заинтересованы в их успехе. За эти 2 недели вы сразу выясните, кто чем дышит. Кто будет отнекиваться от вас, а кто будет, наоборот, говорить, давайте еще быстрее. Это понятно. Дальше вы начинаете перестраивать свою структуру в 2 ноги. Важно. Важно. В 2 ноги. Если получится, Люда, запись будет. У меня бывает, что сбивается. В 2 ноги. Для чего? Да потому что для золота надо 2 серебра. И вы строите именно 2 ноги. 2 серебра. Видите меня? И под этими серебрами тоже в ряд. Имейте в виду. Они ищут золото, ну, эти звездочки. И только тут, когда вы получаете золото, статус, больше денег, вы выстраиваете, помогаете 3-ю ногу. Это, по-моему, элементарно. Здесь ищем 1 звезду и также помогаете сделать. Мы так работали, я вам покажу сейчас. И в результате вот платина. Все вот делайте так, как я вам показал, до золота. Платина. А дальше и, естественно, 3 платины региональные, 3 региональных, это международные. Если вы научитесь по этой схеме делать золото, это одинаково, что золото, что международное. Просто если вы будете так работать, волей-неволей, ваша энергия, ваше вот это умение передастся вниз. И ребята точно так же будут работать 2 недели первые, ежедневно с новичками, выстраивать, как я вам сказал, искать звездочки и так далее. А вот это вот, господа, вы должны записать. Это очень важно. Вы можете записать вот только нижние, вот это серебряные, 8 НБП,
золотой 19, платиновый 60, региональный 183, международный 552. Представляете, чтобы стать международным, надо всего 552 человека. А у нас сейчас 2130. Чувствуете, ребят? Каждый из вас сегодня готов стать уже лидером большим. Здесь все понятно. Ну, вот эти цифры должны висеть у вас перед компьютером. Вы должны знать в каждую секунду, сколько вам до следующего уровня. Это бизнес. Этот бизнес намного круче, чем любой бизнес на Земле. Это дорога к быстрым, к сильным, к большим деньгам. Если вы дойдете хотя бы до платины, вы уже человек, который в этой жизни не пропадет. Понимаете, ребят? Хотя бы до платины. Если вы дойдете до регионального, это даст вам уже спокойное существование до конца дней. Международное – это уже хорошее такое существование, будем говорить. А дальше идет международный с 5 звездами. А потом Зиновьев мне сказал, еще придумаем. Понимаете? Но вот это вы должны как лидеры знать. Вот так мы развивались. Сейчас я вам быстренько покажу. Там 8 мая вы это все видели. 33 партнера. 8 августа 158 партнеров. И 3 мая 2108 партнеров. Вот так мы с вами жили этот год. 54 740 клиентов. И вот я смело вам заявляю, что за год надо сделать здесь нули. Это минимум. Минимум. А если сделать там на 15, на 20 умножить, это будет лучше. И мы с вами это сделаем. Дальше. Вот так развивались. Вот это очень важные для вас слайды. Очень важные. Это подтверждение того, что я вам только что рассказывал. Видите? Это вот через 3 месяца я был. Вот это Наташа Тавадова. Ни одного лишнего человека, 4-го, нету здесь. Ни одного, ни одного, ни одного лишнего. Все вниз, все в помощь партнерам. Сюда, сюда, сюда. И партнеры, которых переставляют лидеры, должны радоваться. Потому что переставляет их в структуру, а это значит, идет под них работа вышестоящих. Вот почему надо относиться. Никогда вышестоящий вас не бросит. Я всех, кого передал, я со всеми работаю, если они не стесняются стучаться. Они ко мне стучатся, я им отвечаю. Стучатся то же самое и другие лидеры. Вы, главное, не стесняйтесь. Но вот так надо работать. А теперь смотрите. Это было 5 месяцев, опять ни одного лишнего человека. Видите? Сбоку. Мы также идем по стратегии. Потом, вот сейчас, да, смотрите, вот я, вот Сорокин, Валера, вот здесь вот Наташа Тавадова, Эдуард Лер, Надежда Комарова, Алена Комарова, здесь, по-моему, Гульнара Парамонова, Кира Сорокина, Любовь Долга и так далее. Вот. Видите, все четко, все по структуре. А теперь самые деньги лежат. Вот здесь международный может построить себе еще несколько хороших, сильных ног. Потому что под ним есть лидеры, есть готовые ребята, которые уже могут приходить только лишь на консультации. Сейчас, кстати, поговорим о консультациях. До этого момента стратегия построения команды. Теперь... Ясно стало, ребята, или нет? Особенно для новичков, чтобы вы поняли, мы команда Альт, мы своих не бросаем. Если вас поставили структуру, радуйтесь, значит, вам будет при вашей активной работе, а это самое главное, будет больше партнеров. Вот это вы должны понять. Они меня запихнули, я 2 недели не могу к спонсору досюда. Выше, выше. Или к тому, который вас и переставил. Поверьте. Никогда вы, ребят,
И в Альте не будете одиноки никогда. Вот. Пошли дальше. Вот это вот, пятое или шестое, кто пишет, важнейший момент. Это табу. Это то, что приведет вас к успеху, к огромному. Начнем с четвертого пункта. Серебряный ежедневно с новичками первые две недели. Потом 2-3 раза в неделю. Это консультация. Здесь он как курочка с цыплятами носится. Это, наверное, самое кропотливое такое, да? Ежедневно, 2-3 раза в неделю. Это я называю консультацией. Работа. Серебряный с золотым со своим. Он уже лидер. Но с золотым 2 раза в неделю. Не в месяц, не в год. А минимум 2 раза в неделю. Серебряный должен обратиться к своему золотому и сказать: Вячеслав, назначь мне, пожалуйста, 2 дня. Понедельник, пятница, вторник, суббота. И не просто созвонимся, а мой час, когда мы обсудим мою структуру, моих кандидатов, мой бренд, как работать, методы рекламы, методы перелива, кого поддержать, с кем поговорить нужно тебе, Вячеслав, и так далее. Серебряный идет на консультацию с готовыми набросками по своей структуре, с готовыми вопросами. Это понятно или нет? Пятнашечку, чтобы обратная связь была. Золотой, обращается к платиновому. Пожалуйста, Алена, или там нет, не Алена, Алена уже не платиновая. Назначь мне один раз в неделю консультацию часовую. Я покажу тебе, как дышат мои серебряные, какие звездочки родились внизу, какие бренды у меня пошли, какие методы рекламы, какая у нас фишка. Мы с тобой поддержим кого-то вместе. А может быть, ты, дорогой мой спонсор, возьмешь одну веточку и попрешь, а я остальное. Вот что такое консультация с платиновым. Платиновый с региональным. Не менее 2 раз в месяц. Все то же самое. Полная подготовка. В начале месяца числа 5 и числа 25, чтобы было время до конца месяца еще сделать дела. Ребят, вам понятно, потому что последний вопрос меня, честно, в тупик привел. Это построение в инвеп, конечно. Я знаю, что для многих информации я много дал. Но вам же никто не помешает много-много раз посмотреть этот ролик, да? Но никто не сделать его настольной книгой. Если хотите, я слайды вам дам сегодняшние. По слайдам будете повторять. Это наша стратегия. Она будет, может быть, меняться. Она, может быть, будет усиливаться. Но сейчас я вижу здесь самый актуальный способ всем подняться на высокую, на невероятную высоту. Хорошо. И последний момент. У нас, к сожалению, очень часто идет спам, приглашение в компании другие. Ребята, я понял, слайды дам и запись дам. Не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь. Ребята, все. Сейчас не менее важный последний пункт. Кстати, всем рекомендую отписаться от паруса. Потому что господа Лобановы начали рекрутировать в другие проекты. Значит, если вам в скайпе предложено какой-то новый проект,
А еще, не дай бог, это кто-то из наших или из чужих инвебовцев, которых здесь ничего не получается, и они хотят сшибить спамом вот таким образом денежки. На самом деле у них нигде ничего не получится. Эти методы не наши. И вам предлагается в скайпе или в e-mail, ну, на почту, ну, какой-то вот спам-проект. Может, даже не спам, но неважно. Любой проект. Вы должны ответить: я партнер InWeb. Я сейчас занимаюсь развитием бизнеса InWeb. Понятно, ребята? А вам отвечают: да что вам InWeb, там ничего не заработаете, подпишитесь сюда. И что это у нас уже? Это уже доказательство, за которое можно терминировать из компании. Мы с вами сильны, мы все понимаем. Если вам вот приходит такое, работайте вот так, не сразу блокируйте, а пишите: я партнер InWeb. Договорились или нет? Поставьте 100, что мы альтовцы, мы это поняли. И мы всех лишних уберем. Абсолютно всех. Я вижу, что мы действительно команда. Большое вам спасибо. Ну что ж, проигрывает в жизни только тот, кто сдается. Поэтому никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. И Вселенная вам отплатит в многократном размере за вашу настойчивость. Каждый из вас, я знаю, в своей жизни прошел очень трудные времена. Все сетевики через это прошли. Но раз вы здесь, значит, у нас все только впереди. Спасибо за сегодняшний урок вам, за то, что вы досидели, но 50 человек сбежало. Жаль. Ну, конечно, Татаркин Василий. Кто же еще?